Дно должно быть хорошо покрыто, потому что у нас начинка жидкая, чтобы ничего не вылилось, не протекло. Из формы это не выльется, потому что она у нас закреплена. А вот так, берем еще. Видите, есть здесь такие пробелы. Развиваем мелкую моторику рук, как с пластилином работаем. Так встану, чтобы удобнее мне было. Тесто неплохое. Немножко, конечно, почему-то вот в тот раз я делала по другому рецепту, там очень жирное было тесто, здесь не так. То есть оно какое-то немножко сухое даже, как вот печенье. Хотя и то было песочное. Так, смотрите, у меня сколько теста еще. То есть мне и на бортики хватит, и на все хватит. Видите, даже немножко масла выходит. Я хорошо смазала маслом. Это гарантия того, что не прилипнет. Не подсолнечным, не растительным, а именно вот тем же сливочным. Туда по рецепту уходит не вся пачка, а я вот то, что осталось от пачки, использовала для того, чтобы смазать форму. Сейчас потихоньку формирую бортики и проверяю, чтобы все-таки очень было хорошее дно. Вот так вот по кругу толкаю. Вообще я с выпечкой не очень дружу. Я не очень люблю печь. Ну, так, под настроение. То есть, может быть, как-то не очень красиво нашла тут что показывать. Не умею. Ну, для домашнего видео. Никуда же это не уйдет. Ни на какой там канал поваров. Так, для себя. Видите, уже бортики есть. Причем тут бортик достаточно толстый. Надо его подвинуть. Еще тесто полно, все будет хорошо. Главное — настрой. Если настрой позитивный, ничего не страшно. Духовка, наверное, у меня уже разогрелась, это очень хорошо. Я, к сожалению, не смогу вам показать разрезе, потому что мне его нужно в хорошем состоянии в целом довести. Я его даже из формы вынимать не буду. Он у меня хорошо остынет в холодильнике потом ночью. И уже по приезду я его, эту форму открою. Там есть, ну, все знают, замочек. Так, как вам бортики? Вроде как вот здесь, да, не хватает. Эти бортики вообще шикарные, они хрустящие-хрустящие становятся после запекания. Начинка нежная. Вот еще бы побольше ягод, и вот лучше ягоды какие-нибудь вот кислые, типа вишни, черной смородины, клюквы. Лимон я вот не пробовала. Лимон с творогом, наверное, не очень сочетание. Хотя хорошо, наверное, и клубнику. Клубника тоже есть недорогая зимой. Мы брали. Но для меня это как-то приторно сладко. Я люблю либо пироги не сладкие, либо вот не приторно сладкие. Но, наверное, вы видели, что сахара я как-то не пожалела, по-моему. Ничего.
Если сладкое, сахар без чая. Ой, без чая. Чай без сахара. Сахар без чая, да. Хорошая оговорочка. Так, я все-таки беспокоюсь за дно. Как-то его вот так подняю, чтобы было хорошее дно. У меня бортики как-то толще дна. На бортике надо было меньше теста, а на дно, ну я так на ощупь. Видите, у меня бортики прям до краев формы. Это хорошо. Вот здесь вот не очень хорошие. Дно. Самое главное дно. Не было никаких отверстий. Все плотно. Не знаю, я там, может, в кадр попадаю, извините. Вот как-то это. Не знаю, что получается. Так, смотрите, я сделала. Все. Еще раз пройдусь. Ну, хорошо, все. Дальше я беру вишню и раскладываю по дну. Поэтому дно должно быть плотное. Я бы, конечно, чем больше ягоды, тем лучше. Здесь 600 грамм, повторюсь, замороженной вишни. Без косточки. Хотелось бы, конечно, побольше. Вот тут остается сок. Я вот не знаю. Мне кажется, сок не надо. Чтобы не размокло. Потому что у нас и заливка достаточно жидкая.